Это как раз наш вопрос, заявил президент Латвии Андрис Бердзинш, обсуждая тему выставки «Экспо-2017». Он отметил, что через 2 года у страны будет еще больше наработок и проектов в области возобновляемых источников энергии. Сегодня прибалтийская страна, не обладающая запасами углеводородного сырья, активно ведет научные разработки в области альтернативной энергетики и готова предоставить их широкой общественности на международной выставке в казахстанской столице. К слову, за счет возобновляемых источников в Латвии вырабатывается более 35% энергии. Но эта тема выбрана прекраснейшая и нужна для всего мира. Мы это обсудим и конечно, мы должны знать более детально эти все условия. Я думаю, там как раз будет это самое высшее достижение показано той выставке, как мир видит это развитие. Нам это нужно. У нас нет пока ни угля, ни нефти, ни газа, и тем более это как раз наш вопрос.